Привет, друзья, с вами Лебедев Артем. Сегодня мы рассмотрим воздуходув от DeWalt, модель DCMBA572. Воздуходув работает от аккумулятора FlexVolt на 54 вольт. Сегодня мы рассмотрим, посмотрим вообще, как она в действии, потому что корпус очень и очень компактен. Как видите, здесь ничего, никаких излишеств. Единственный, конечно, момент, то, что хотелось бы, может быть, чтобы еще ремень был, куда прицепить. Но, по идее, она одноручная, и ни для кого ремня здесь ничего не предусмотрено. Так, давайте рассмотрим тот момент, то, что, во-первых, по сборке здесь никаких сложностей нет. Одеваем трубу, и, собственно говоря, все, готово к бою. Мой комплект поставки заключался в том, что сам воздуходув пришел, и в комплекте еще аккумулятор емкостью 9 ампер-часов, это на 18 вольт, и 3 ампер-часа на 54 вольт, и быстрозарядное устройство для аккумуляторов FlexVolt. Аккумулятор, когда устанавливаем, здесь ничего никуда не торчит. В этом плане все здесь аккуратненько сделано. Из элементов управления одна лишь клавиша, которая плавно регулирует скорость потока воздуха. Мы сейчас посмотрим уже в деле, немного в другом месте, потому что работает она действительно как ураган. Нажимаем, и по идее все, больше ничего здесь нет. Единственное, конечно, есть еще фиксатор. Зафиксировали, и все, она у нас работает, чтобы постоянно не нажимать. Причем мы можем в нескольких положениях, в бесступенчатом режиме можем регулировать. И как раз про тот самый регулятор-фиксатор. Сейчас посмотрим, насколько плавно регулируется мощность. Двигатель бесколлекторный, работает прям. А сейчас мы посмотрим, сколько она проработает по времени, какое время она проработает на одном заряде аккумулятора. Итак, первый раз она у нас уже отключилась, но одно деление еще есть, и она включается. Момент, который я хотел показать. Я сейчас снимал аккумулятор, и вот мне не очень понравилось то, что я не могу его сразу снять. Я кнопку нажимаю, и он с трудом вылетает. Получается, сейчас. Может быть, это еще пока не приработался, но вот, все. Начинает постепенно прирабатываться, но все же какой-то вот этот вот момент немного напрягающий. Сейчас попробую разработать. Хотя да, разработался. Ну и давайте посмотрим, сколько она доработает. Как показывал, одно деление, оно у нас отключилось, я вставил аккумулятор, и она снова запускается. Ну что ж, вот она у нас и отключилась уже целиком и полностью. Больше она не запускается. Что хочу сказать. По ощущениям, она прям вообще ультрамощная. Я единственное еще хотел воплотить в жизнь такую мечту. Сесть на велик, взять ее под мышку и врубить на всю. Но все же не стал такого делать. Ну, потому что, ну, все равно, воздуходувка есть воздуходувка. Она так сильно прям не потянет. Может быть, конечно, чуть-чуть будет. Но это уже в следующей рубрике. У нас рубрика есть «Что будет, если?». Там пишите, возможно, такое и покажем. На этом этот обзор подошел к концу. И с вами был Лебедев Артем. До скорых встреч.